Установка утилизирует шелуху с последующей выработкой тепловой и электрической энергии, а также получением золы, обладающей товарными свойствами. Пройдя элеваторную часть, лузга попадает в расходный бункер, откуда она подается в газогенератор. В камерах газогенератора под действием горячего закрученного потока происходит газификация лузги с выделением пиролизного газа. Газ поступает в вихревой многоступенчатый уловитель, где происходит отделение золы от газа. Зола выгружается для дальнейшего охлаждения и фасовки. Газ же охлаждается и очищается посредством теплообменников и скруберов, после чего газ проходит очистку в рукавном фильтре. Очищенный и охлажденный газ поступает в газопоршневой генератор, вырабатывающий электрическую энергию.